а целый хор, целый ансамбль, коллектив. Представляем народный хор «Зорюшка» в культурном центре на Высотной. Доброе утро всем. Доброе утро. И руководителя этого хора Евгений Валентинович Антощук. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот насколько полный состав к нам сюда пришел и как давно уже поете, выступаете? Ну, вообще у нас в хоре 23 человека, сегодня не меньше. Мы существуем с 2001 года. В 2006 заняли звание народного и так продолжаем до сих пор заниматься творчеством. Насколько сложно попасть вот в ваш коллектив участникам? Стать, да, может быть, и участникам расскажут? Совсем не сложно. А вы давно уже в коллективе? С начала основания хора. Ну, то есть пришел там, захотел, говорю, главное, чтобы был талант. Главное, чтобы умели петь, и руководитель нас просматривает, прослушает, а потом уже определяет, годен человек или не годен, тоже может петь. Также проходит серьезный отбор. Да, кастинг такой большой. Так, ну давайте, в общем-то, послушаем то, к чему привело создание и существование ансамбля. Что у нас сейчас будет исполняться? «Бабья доля». Хор «Зорюшка» у нас в гостях. Не прощаемся, на рекламу прервемся, после вернемся в студию. Межвинцовый утеплитель «Евроджут». Джутовый канат. 215-47-43. 215-47-43. 18 мая. Дворец культуры комбайностроителей. Легенда советской эстрады, заслуженный артист России и Белоруссии Ярослав Евдокимов. С программой «Ваши любимые песни». Справки по телефону 215-37-36. Для лиц старше 12 лет.
Где живут ваши клиенты? Все клиенты живут в квартирах города Красноярска. Курьерская служба «Зеленая почта» гарантирует доставку вашего предложения с точностью до подъезда. Только у нас вложение листовок в полезный еженедельник «Шанс». Звоните 205-2005. Продолжаем эфиры. У нас, я напомню, народный хор «Зорюшка» в гостях. И сейчас вторая песня. Присоединились еще участники. Начинаем. Составе выступает, но в большем, в полном составе, я так понимаю, можно будет увидеть уже завтра, да? А расскажите, пожалуйста, о мероприятии, которое у вас состоится. Завтра у нас отчетный юбилейный концерт, нам 15 лет в этом году, и мы даем этот концерт в ДК на Высотной, культурный центр на Высотной, 19 часов, как мы уже говорили. Мы вас приглашаем, кто хочет, пожалуйста. Все желающие. Будем очень прийти. Рады вас видеть там. И увидеть полную версию этого концерта. Да, и полную, да, концерта, и наш состав полный. А скажите, пожалуйста, что у вас вообще в репертуаре, еще какие песни? То есть, если там исключительно это вот народные там или нет, самые разнообразные? У нас и народные песни есть в нашем репертуаре, и лирические песни есть, и такие и боевые, и веселые. У нас репертуар, да, патриотические песни есть. У нас репертуар очень разнообразный, интересный что репертуар. Почему? Да, мы даем концерты и в госпиталях, и в домах престарелых, и в домах инвалидов.
даем концерты, так что у нас деятельность наша очень активная. Ну, это отлично. И, как выяснили, и на телекомпании Ахонтова тоже даете свои концерты. Завтра можно прийти, увидеть, послушать. Спасибо вам за то, что пришли спасибо к нам в гости. Большое. Прощаемся с нашими гостями, но идем далее. Идем далее.